Свой путь в профессию врач Лариса Соловьева начала около 40 лет назад. Сначала после окончания медицинского училища работала медсестрой, но всегда стремилась к большему. Поэтому чуть позже, получив диплом о высшем образовании, перешла на должность терапевта. Все это время в родном Ленинском округе Видновской районной клинической больницы. Терапия очень, на самом деле, интересная специальность, потому что она охватывает разные аспекты медицины, не узкопрофильные. Мне всегда нравятся более широкие аспекты, потому что можно как бы оценить, можно оценить работу разных органов, соответственно оказывать какое-то комплексное влияние на лечение. Сегодня Лариса Соловьева в Видновской поликлинике занимает должность заведующей отделением медицинской профилактики. В своей работе она придерживается принципа человеческого отношения к пациентам. Каждому старается уделить максимум внимания и заботы. За это ее и любят жители города. Еще, как говорится, темно, она уже на работе. Темно, она еще на работе. То есть в любое время дня и ночи можно получить консультацию. Как лично в кабинете, так можно и экстренно позвонить ей. Чувствую защищенность, чувствую, что мне в любой момент могут помочь. В этом году, как и остальные врачи округа, Лариса Соловьева участвует в московском областном конкурсе «Народный доктор», который проходит на портале «Добродел». Соревновательного момента в этом проекте наша героиня не видит, но считает инициативу полезной. Ведь таким образом у пациентов появляется возможность сказать любимому врачу «спасибо». Врач – это один из ведущих лиц, с которыми сталкивается пациент в течение жизни. Поэтому как бы каждый пациент выбирает своего доктора, которому он лечится, которому доверяет, и, соответственно, который помогает справиться со всеми текущими заболеваниями. Отдать свой голос за Ларису Соловьеву может каждый житель округа. Сделать это несложно – зайти на портал «Добродел», выбрать Ленинский муниципалитет, найти в общем списке нашу героиню и нажать «Проголосовать». Конкурс завершен. 1 декабря. По итогу двое кандидатов со всей области, набравшие наибольшее количество голосов, удостоятся звания «Народный детский» и «Взрослые доктора». Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.